Да. Представляем участников весовой категории 69 килограммов Кубка Московской области 2013 года. Городничев Ярослав Оградин, город Коломна. Номер 2. Евдокимов Андрей, Коломна. Номер 3. Лебедев Рустам, Подольск. Номер 4. Яшкин Василий, Питер. Номер 5. Соловьев Никита, Клин. И номер 6. Синицын Юрий. Так тоже представляем сложности. Судьи и ассистенты просто занять свои места. Начинаем наше соревнование. Наше соревнование. Кубка Московской области 2017. Весовой категории. До 69 килограмм. С веса 75 килограмм стартует Евдокимов Андрей, город Коломна, первый подход. К весу 80 готовится Синицын Юрий. Подъем неудачный. Спортсмен имеет еще один подход и вызывается к этому железу. На 82 готовится Яшкин Василий. Thank you.
Прошла минута. Подъем неудачный. 82, пожалуйста, ассистенты на штрафные. Яшкин Василий. Видно, первый подход. К весу 83 готовится Синицын Юрий. Вес засчитан. 83 на штангу ассистента. Яшкин заказывает 85 для второго партнера. Вес установлен. Синицын Юрий, клиент, второй подход. К весу 85 готовится Соловьев Никита. Соловьев перезаказывает на 90. Подъем неудачный. У Синицына Юрия есть еще одна попытка, и он вызывается к этому же весу. И имеет 2 минуты для подготовки. А к весу 85 готовится Яшкин Василий. Подъем неудачный. 85, пожалуйста, ассистенту.
Вес установлен, я же Василий, видно, второй подход. Вес установлен. Соловьев Никита, клин. Первый подход. К весу 94 готовится Лебедев Рустам.
через защиту. 95, пожалуйста, установите. Рустам заказывает 98 для второй попытки. Вес установлен. Соловьев Никита. Второй подход. Готовится Лебедев Рустам к весу 98. К сожалению, подъем неудачный. Никита закончил рывок с результатом 90 килограммов. 98, пожалуйста, ассистент, установите. Вес установлен. Лебедев Рустам. Второй подход. К весу 100 килограмм готовится Городничев Ярослав. Вес установлен, 100 килограммов,
Городнический Ярослав, город Коломна. Первый подход. К весу 101 готовится Лебедев Рустам. Ярослав 105 заказывает во второй попытке. Вес установлен. Лебедев Рустам Покровский, третий подход. К весу 105 готовится Городничий Ярослав. Вес установлен. Городничий Ярослав, Коломна, третий подход. Осталась исключительная попытка в рывке наших соревнований. Стоит всего лишь 1 килограмм. Пока лидирует Лебедев Рустам с результатом 101 килограмм. Но еще есть возможность Ярослава Городничего опередить Рустама в рывке. Thank you.
потише. Вставай. Ярослав закончил урок с результатом 105 килограмм. 10 минут перерыв. Нет, он весь день хочет отсидеть, ты прикинь там еще. Thank you.
сожалению, спортсмен не справился с весом. Третьей попытки. Ассистенты 100 килограмм установите. Яшкин на 105 перезаказывает. 100 килограммов на штангу устанавливается для Евдокимова Андрея. Килограмм установлено. Евдокимов Андрей Колонн на второй подход. К весу 101 готовится Соловьев Никита. У нас еще не начинали свое выступление в Толске 4 атлета. Между ними выдается основная борьба за призовые места.
директором, ассистентом сотрудников дней становится выбор штанга. 105 килограмм установлено. Яшкин Василий, первый подход. К весу 107 готовится Соловьев Никита, 43. Вес установлен. Соловьев Никита. Клин. Второй подход. К весу 110 готовится Яшкин Василий. Видно. Пока он четвертый на сумме претендует на четвертое место сумме боевой. Вес установлен. Яшкин Василий, город Видное. Второй подход. Яшкин перезаказывает на 113. Значит, весу 110 килограмм называется Соловьев Никита. Третий подход. Между Никитой Соловьевым и Василием Яшкиным развернулась борьба за призовое третье место. Пока лидирует Никита, он уже 197 килограмм сумме боевой набрал. У него еще одна попытка. А Василий Яшкин проигрывает ему 7 килограмм. Но еще имеет две попытки. Города Подольска и городничий Ярослав из Калуги. Лидирует после первого движения Ярослав Городничий. Его результат, напомню, 105 килограмм в рывке. К сожалению, подъем неудачный.
Установите 113. А Никита закончил толчок с результатом 107 и 197 килограмм стула в приборе. Вес 115 на штанге. Лебедев Рустам, Погонск, первый подход. Огородичев Ярослав для первого подхода показал 125 килограмм. Thank you.
Минута осталась. Рустам, пока у нас лидирует соревнование, но не выходил еще городничка расслабил. Вес засчитан. 125, пожалуйста, ассистенту. Такой вес заказал Рустам для этой попытки. С него же стартует городничий. Ассистенты, тренер просит чуть потуже замки завязывать. Затягивай, простите. Штанги разлетаются у спортсменов. Спасибо. Вес установлен. Городничий Мирослав, колонна, первый подход. Рустам Лебедев готовится. За голову. Без защиты. Мирослав успешно выполнил первый подход. Становится лидером. И заказывает 130. 125 на штанге остается для Лебедева Рустама. Вес установлен. Лебедев Рустам. Подольск. Третий подход. На 130 готовится городничий Ярослав. Вес засчитан. Рустам успешно справляется со всеми шестью подходами. Поздравим спортсмена с великолепным выступлением. И заканчивает... 130, пожалуйста, ассистента. Рустам заканчивает толчок с результатом 125 и в сумме набирает 226 килограмм. Ассистенты, 25-ку надо принести еще раз. Ну да, можно, в принципе, и так, да. Пятерка, 2,5 замок. Чтобы не носить, да, длинные ноги. Килограмм на штанге. Городничий Ярослав, колонна. Второй подход. Вставай, вставай, вставай.
летать все время. Подружка удачный. Ярослав отказывается от дальнейших своих попытки. Заканчивает толчок с результатом 125. Выигрывает наш тренер. Начинаем церемонию награждения победителей и призеров Кубка Московской области 2013 года среди мужчин весовой категории 63 кг. Третье место. Суммой боеборья 197 кг занимает Яшкин Василий. Город Вильнюс.